приготовила яблочно-тыквенное пюре, сварила, через сито тоже протерла. Вот у меня где-то с меньше, чем ведра яблок, которые я еще даже обрезала, получилось 3,5 килограмма такого вкусного очень пюре. Яблочно-тыквенное и немножечко с добавлением ревеня. Ревень как раз сорвала и добавила в черешочки. Очень-очень вкусное получилось. Все сделала еще наклеечки.